Здравствуйте, я Анна. Я являюсь независимым экспертом по вопросам инвестиций в недвижимость в Венгрии, в Будапеште. Очень многие мои клиенты спрашивают, в каком районе города лучше всего инвестировать в недвижимость в Будапеште. Самые популярные районы, конечно же, являются 7, 6, 5 район города. А сейчас я нахожусь в 14 районе. 14 район, он очень популярен среди местных. В действительности, если вы хотите приобрести очень ликвидную недвижимость в долгосрочной перспективе, которую вы хотите продать или сдать венгерским клиентам, я бы обязательно рассмотрела возможность инвестиций в 14 районе. 14 район находится на границе с 7 районом, недалеко от Центрального парка. Очень многие местные жители обожают этот район. Как вы видите, здание просто прекрасно. Если у вас есть какие-то вопросы, как приобрести недвижимость, может быть, вам нужна индивидуальная консультация, или вы хотите воспользоваться нашей услугой, чтобы организовать просмотр недвижимости, которую бы вы хотели, возможно, приобрести. Возможно, вам надо перепроверить состояние недвижимости перед тем, как делать предложение продавцу. Или вам нужны надежные бизнес-контакты, к примеру, нотариус, переводчик, водитель и так далее. Пожалуйста, обращайтесь. Я с радостью на них отвечу. Отслеживайте новости на нашем канале Budapest Real Estate Club и, конечно же, на нашем веб-странице www.budapest-realestate.com. Добро пожаловать!